Этот мужчина зашел и начал спрашивать нас о том, как добраться пешком до Булгара. Мы сначала очень удивились, начали объяснять ему, что до Булгара порядка 200 километров и достаточно далеко идти, в принципе, тем более пешком. После этого он нам заявил, что он дошел из Москвы в Казань за 26 дней, и цель его путешествия – это как раз-таки маршрут пешком по всем главным городам страны. Сегодня у нас были Словакии. С другой стороны, как мы... 9 утра только открылся шатер. И первый их вопрос был, где нам можно найти смотреть водку. Смотреть надо на корреспондента. Водку, да. Просто выпить водку, не купить с собой, там, или на подарок, просто выпить водку в 9 утра. Серьезно. Потом они вернулись, сказали, что выпили, все понравилось. Да. Все отлично, продолжили свое путешествие. В каждом шатре есть, во-первых, замечательные ребята, девушки, да, это ассамблея туристских волонтеров, которые специально готовились к тому, чтобы работать здесь, отвечать на вопросы наших гостей, туристов, причем не только на русском языке, но и на иностранных языках. И они могут сказать спокойно, что самое интересное есть в городе, что самое интересное есть в республике. Все справочники у нас в едином стиле визитаторства на русском, английском, французском, немецком, испанском и на языке фарси. Причем хочу сказать, что вот фарси мы тоже специально адаптировали под туристов. Она открывается сзади. Мы знаем, что фарси читается наоборот, да, справа налево. Мы все в том числе адаптировали под иностранного туриста, чтобы было комфортно, интересно. И текст писали с точки зрения того, чтобы никого не обидеть и учесть интересы.